Добрый день, уважаемые отдыхающие. Поехали в Туапсе и по дороге остановились вот в таком месте. Гранд Парадис. Это получается у нас на выезде из Джубки. Вот внизу у нас Джубку видно. В сторону Лермонтова. Видели вот такой баннер. Бассейн, беседки с видом на море. Ну, прошли и заодно думаю, ладно, тогда остановимся на денек. Здесь проведем время. Заправка «Газпром». Вот такое непримечательное вроде бы здание. Тем не менее, оказалось уютное. Микрофон не взял, не рассчитывал. Поэтому будет немножко шумновато в камеру. Такой вид, беседки и бассейн с видом на море. Кафе сразу здесь же, потом покажу меню. Довольно-таки широкий ассортимент и цены приемлемые. Сделали новую лестницу люди. Вид на море вот такой вот шикарный. И по лестницам пройдемся. Тоже вырезали на лестнице Гранд Парадис. Место для уединения такое. Кто любит, чтобы не приставали ни с кукурузой, ни с креветками, ни с чучхелой. Такой вид с моря. Лестница закручена. Вот так попробовал микрофон закрыть, не знаю, поможет, не поможет. Надеюсь, что поможет. Камеру взял, а микрофон с собой не взял. Лестница людям вышла, наверное, недешево. Но зато удобная, широкая, с перилами. Чайки, бакланы. А просто проезжали мимо. Решили заехать посмотреть. Никогда в такие места не заглядывали. После этого сделал для себя вывод. Надо заезжать и смотреть придорожные отели, ресторанчики, кафешки. Вернее, не ресторанчики, а именно отели, которые могут вот предложить такие вот условия. Народу нету, скажем так, дикий пляж. Человек 10. Чайки кормятся.
что я. А так вот встать, попредставлять свой дом с видом на море и вот с такой лестницей к морю, чтоб не на самом берегу стоял, а немножко повыше. Красота. Волнорезы сделали с двух сторон. Вода сейчас теплая, порядка 28 градусов. А так лестница снизу смотрится. Посчитал для интереса, сколько ступенек. 200 ступенек. Хорошая зарядка. Спуститься, подняться. Пару раз поднялся, язык на плечо. Пойдем разместимся. Позвонили. Сказали подойти. Здесь же крытый ресторан. Можно в прохладе посидеть. Номеров немного. 12 номеров находится. Отель небольшой, уютный. Где не посмотришь, везде море. И еще радует, что все-таки бассейн есть детям. Да и самим полазить. Wi-Fi есть. Поселили нас в 8 номер. Вот такой вот номер. Аккуратненький. Кондиционер работает. Ванная комната. Душ, умывальник, бойлер стоит, двухспальная кровать и место для ребенка, шкаф, телевизор, холодильник. И балкон нам достался с видом не на дорогу, а на море. Вот такой вот. Цена вопроса в зависимости от сезона разная. В данный момент это 4000 рублей. Время, как и всегда, проходит быстро. Поэтому все, собрались, едем дальше. И здесь организовалась пробочка, как это бывает перед джубкой. Вот такой вот придорожный отель. На этом все. Всего вам доброго.